dolly hanging across the door. Neighbors singing tales of yore. It's so close, hardly can wait. Waking up on earth, children dream without a care. 'Tis the season. Тогда я тебя сниму на видео. Елки. There's no better place. Waking up on Christmas Day. Tinsel wrapped around the tree. Snowflakes dancing in the street. Presents tied up with a string for you. Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. Я обещала вам забрать вас на краковскую рождественскую ярмарку. Я сама впервые там была именно во время праздников. Присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Распаковываю свои подарки. Наверное, я себя вела слишком хорошо, раз они настолько роскошные. Мне подарили ароматную свечу, которую мы уже зажигали. И когда меня спросили, какую я хочу, я попросила, чтобы она была белой. Такая весенняя, немножко очень вкусно пахнет жасмином. А, точно жасмин. Я даже не читала и как-то не глянула на этикетку. Сейчас заметила, что я угадала. Мой любимый тональный крем Chanel Le Beige в оттенке Medium. Если будет сейчас темноват, то потом буду его смешивать. А когда станет тепло или нанесу автозагар, то он, конечно, вообще идеально будет мне подходить. Помните, я говорила, что, наверное, его сняли с производства? Нет, просто он временно не был доступен в нашей Sephora в Дугласе, а сейчас везде есть. Я бесконечно рада. А новая версия тона, точнее, новинка от Chanel в круглой банке мне не совсем подошла. Вот этот идеален и самое тонкое покрытие. Мой любимый блеск. Я писала список того, что мне нравится, и я искренне радуюсь тому, что у меня здесь есть. Конечно, кое-какие сюрпризы, но это блеск от Fenty в оттенке Fasti. Он у меня был несколько раз, и я говорила, что сама купила бы себе его повторно. Такой универсальный, нежно-розовый, он вкусно пахнет, долго остается на губах. Можно и поверх помады какой-то, без ничего, и с карандашом. И очень хорошо увлажняет, восстанавливает губы. Не стану его складывать в коробочку, сразу отправится в сумку. А это мне подарили статуэточку вот такую. Очень красивая девочка, она тоже стояла у нас на праздничном столе потом. И она идеально подойдет ко всему тому, что я как-то, знаете, наставляю во время праздников. Это музыкальная, очень красивая елка. Вообще прям супер. Очень красивая, такая нежная и элегантная, с серебром и золотом. Поэтому, что бы я ни выбрала в качестве декора, она очень хорошо впишется в то, что у меня уже имеется. Какие-то яркие цвета можно добавлять. Так что, видите, девочка, которая даже чем-то похожа на меня, только мини-версия, да, помладше. Я все-таки уже женщина, молодая. Это девочка. Дочку мы не планируем, но статуэтка девочка будет. Еще один подарок. Вот такой. Это мыло с ароматом лаванды. И также можно повесить в шкаф, например. Сейчас открою одной рукой. А, нет, все-таки получится. Видите, какая красота. Можно повесить куда-то. Это супер интенсивно пахнет. Еще вроде как от моли помогает, но в любом случае это точно не будет в использовании у меня. Просто повешу в шкаф для того, чтобы и вещи вкусно пахли. Это ручная работа. Супер красиво. Это, наверное, то, до чего я сама бы не додумалась, да, но в качестве подарка вот из статуэточки тоже попробую еще найти. Когда надо, то тебе такое не попадается. Это популярная, кстати, не бюджетная марка Crystal Love, в Польше представленная, у них разные массажеры. Он такой тяжелый кварцевый роллер. Вот это то, что доктор прописал после праздников, чтобы не ходить опухшей. Я что-то вообще не высыпаюсь. Конечно, буду пользоваться. Вы знаете, что я люблю такие штучки. У меня есть один роллер Body Shop, но тот я буду возить с собой в поездки или гуаша, а этот будет дома или в разных местах положу. Короче, я обязательно найду ему применение. Это то, что работает, я знаю. А это... Кстати, не знаю, как там с размером, вроде как нормально, но еще не мерила, скажу вам честно. Это ремень Gucci, и он должен быть двухсторонним, но я как-то не понимаю, как здесь перестегнуть вот эту штучку, и он точно в такой же расцветке, как моя сумка. Я хотела себе ремень какой-то брендовый, и, наверное, вот этот будет самым универсальным, потому что сумка с монограммом Gucci моя, одна из самых-самых классных и любимых, и часто надеваемых, или как там, сумку просто берут с собой. Но, в общем, я чаще всего беру ее вообще к любому наряду, и этот ремень тоже и на осень, и на зиму, и на лето, когда хочешь. С одной стороны коричневый, со второй стороны монограмм. Супер, я не ожидала, что я получу его, хотя загадывала. И пряжка тяжелая, надеюсь, она не будет отвисать. Но это я потом померяю и гляну, как там с размером. Он чуть меньше, чем Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent был мне велик, пришлось добивать дырочки. Еще вот такой мешочек был. Вот такие у меня супер подарки в этом году. Я очень благодарна своим близким. Все нужное, все пригодится. И так с душой поставлю елочку. Пусть радует нас до окончания этих новогодних праздников. Она еще и тяжеленькая такая, и статуэтка. Я уверена, что вы увидите это все в следующих новогодних декорациях. Eveline прислали мне подарочки на Новый год. Целых 2 пакета. Вот это, я так понимаю, плед очень красивого цвета, между прочим. Мне такое точно пригодится. Спасибо большое. А здесь целый пакет косметики. Причем мой любимый тональный крем в разных оттенках, даже в каких-то новых. Такой пудры у меня нет, будем пробовать. Вообще хорошая линейка Wonder Match. Мои любимые маркеры для бровей. Я использую самый светлый оттенок. Вот мне прислали 3. Кстати, это тоже фаворит года, я просто не успела снять, но потом в обзоре покажу вам еще и свотчи остальных 2. Там еще блески всякое разное, но меня еще раньше, я видела, когда они вышли, интересовали вот эти палетки. Посмотрите, какие они красивые, розоватые, я даже собиралась купить. Не могла никак онлайн выбрать эту или эту. Более холодная и, я бы сказала, нейтральная, потому что она совершенно не рыжая, и красивый болотный оттенок. Я люблю добавлять его даже в повседневный макияж. А вот это вообще такая, с одной стороны, базовая, но есть и какие-то интересные цвета, да? Будем пробовать. Благодарю, Eveline. Вчера так обожгла себе руку об сковородку. Теперь пытаюсь как-то это все заживить, но, слава богу, нет пузыря. Правда, подпекает. А, это еще не все. Бренд Poesa порадовал меня перед новогодними праздниками. Здесь открыточка, написано от руки. Это польский бренд профессиональной косметики. О, знаете что? Их тоном я пользовалась во время всех праздников. Будет в фаворитах года. Здесь сыворотка с гиалуроновой кислотой, матирующая база. Я не пользуюсь, но, наверное, подарю. Это очень классная тушь, даже на самых таких слабеньких ресницах делает вау-эффект, и она очень долго служит. Что это такое? Сатиновый какой-то сияющий тон. У меня другой, этот я протестирую. 31 оттенок, ну так, вроде как угадали. Какая-то пудра. Я крутила их пудру недавно в руках, но она была распродана, потому что у нас хорошие скидки. Так что будем пробовать какой-то биби-крем. Еще румяна. Румяна у Поэза классные. Вообще у них много хорошей косметики. Спасибо большое. Прям побаловали меня в этом году. Завтра у нас Новый год. Мы идем праздновать с нашими друзьями. Нас будет в общей сложности 20 человек с детьми. И мы разделились, каждый из нас готовит что-то. Мне поручили сделать десерты. Я буду делать тирамису. Рецепт есть на моем канале, в моем инстаграме. И также буду печь сырник. Это тот сырник, который с удовольствием стоптала Юки, и он собрал огромное количество комплиментов и восторженных отзывов, и я решила его повторить. Он очень сильно понравился Юки. В общем, что нам для этого понадобится? Во-первых, подготовьте прямоугольную форму, причем такую не маленькую. Я напишу вам список всех ингредиентов в инфобоксе и также оставлю ссылку на базу рецептов Thermomix, если он у вас есть. Я знаю, что многие после моих обзоров купили его. Я не сотрудничаю с Thermomix, но это очень классно, хоть и дорогое приобретение. Вы видите, что я постоянно им пользуюсь. И у некоторых из вас он также просто был. Это рецепт на польском языке, но я думаю, что без проблем можно перевести или просто вы готовьте вместе со мной. Если у вас нет термомикса, то понадобится еще и миксер. В основном это будет базовый набор продуктов, помимо, пожалуй, одного. Это специальная творожная масса. Она у нас продается в таких ведерках. Здесь килограмм, в основном столько нужно для чизкейка. Они есть с сахаром, а есть вот такие обычные. Я беру не подслащенные, потому что я сама могу контролировать сладость вот этой массы, которую делаю. Но если не найдете, можете взять любую, даже уже сразу с сахаром. Я видела, что в Украине продаются польского производства, так что без проблем сможете их найти. Также пудинг, вот в таком порошке, 2 упаковки. Это тоже доктор Oetker, он у нас настолько популярен, есть и ванильный, и шоколадный. Мы берем ванильный. Я думаю, что в каждой стране тоже нечто такое представлено. А так, масло, яйца, разрыхлитель, растительное масло, молоко, мука, сахар, ванилька. Вроде как все. Разогреваем духовку до 180 градусов и беремся за работу. Я перемалываю сахар в сахарную пудру. Уже отдельно ее не покупаю, потому что ее можно сделать в термомиксе, но еще и сахарная пудра необходима. 100 грамм. Сахарная пудра нам будет необходима в самом конце, поэтому пусть стоит себе здесь отдыхает, а мы сначала делаем тесто. Это такой чизкейк с тестом, с творожной массой, собственно, и потом еще с такой белковой пенкой сладкой. Засыпаем в наш миксер сахар, 1 яйцо и 1 желток, который я отделила. 250 грамм муки. Ну, все пропорции в описании к видео, а то я могу о чем-то забыть сказать, а это важно. 1 чайную ложечку разрыхлителя. 125 грамм масла, оно у меня слегка подтаявшее. Выкладываем небольшими кусочками. И знаете что? Этот сырник, чизкейк, по-польски просто это сырник, нужно делать заранее, потому что он должен хорошо остыть, вам так будет проще его нарезать. И вообще он печется тоже какое-то время, так что имейте это в виду, чтобы вам хватило потом, знаете, времени на все про все. И испечь, и нарезать. И вообще, когда он настоится, он еще вкуснее. Взбиваем тесто миксером, пока у нас не образуется крошка. Тем временем я подготовила форму, смазала ее мягким сливочным маслом и посыпала панировочными сухарями. Это делается для того, чтобы вам потом проще было достать ваш чизкейк из формы, чтобы он не прилипал. И смотрите, когда у вас получится вот такая как бы крошка, вы можете сделать шарик, раскатать это все и выложить ровным пластом. Но я в прошлый раз поленилась, скажу честно, и аккуратно, равномерно распределила эту крошку руками. И тоже получилось супер. без заморочек. А то можно запачкать весь стол, раскатывая это все, а так гораздо быстрее. Вот приблизительно так, чтобы не было слишком явных пробелов. Теперь в той же чаше можете делать творожную массу, не обязательно ее мыть. Из 5 яиц отделяем желтки от белков. Добавляем 5 желтков. Тут мама меня ругает. И выкладываем творог. Но не сразу бахнуть все. Юки, не трогай штатив. Плиз, это сырник не для тебя. Это не для тебя сырник. Не. В этот раз это для нас. Сахар. Сюда же высыпаем пудинг. Он у меня, кстати, тоже не подслащенный. Потому что такой пудинг бывает еще и сразу с сахаром. Я вас не обманываю? Нет. А то иногда сама могу купить что-то не то. Чуть больше полулитра молока. Не бойтесь, оно все запечется и ничего не будет плавать. 120 миллилитров подсолнечного масла. Да, это много, я понимаю. Вот так надо. Я еще добавлю ванильку. И взбиваем на маленьких оборотах. Взбиваем долго, пока у нас не образуется супер гладкая такая жидкая масса. Взбиваем даже до 3 минут. Это делается для того, чтобы наш сырник как бы набрал воздух, как говорят хозяйки в Польше, и он потом, ну, вообще нежный, такой воздушный. И вот эту массу выливаем поверх нашего теста. Ой. Так. Печем 50 минут в температуре 180 градусов. И я не ставлю термообдув. Я убиралась и перед праздниками, и после праздников тоже буду, потому что моя духовка просто в шоке. Когда пройдет где-то там уже 45 минут, взбиваем белки. При помощи миксера добавляем щепотку соли. Сначала делаем это без сахара. Когда уже получается белая пенка, постепенно начинаем добавлять сахарную пудру, о которой я говорила вам в самом начале. И продолжаем взбивать. Достаем сырник, чизкейк из духовки. Он очень мягкий, но хорошо подпекся, не сгорел. Выкладываем теперь пенку поверх чизкейка. Можно сделать такие типа как волны из самой пенки. И ставим запекать еще на 10 минут. Мой чизкейк готов. И у него будет мое личное название, любимый сырник Юки. И те, кто посмотрел предыдущий влог, будут знать, о чем идет речь. Его нужно обязательно оставить на пару часов, чтобы он остыл. А я же оставляю на ночь, практически даже на день, потому что в гости мы идем только завтра. Попробуйте сделать, вы будете в таком же восторге, как Юки. Вот, на Рождество можно испечь, на любой праздник на самом деле, или просто для того, чтобы побаловать себя любимых. А, девочки, в разрезе, наверное, я не смогу показать, потому что мы завтра идем в гости и там будем нарезать. Если не забуду, то покажу, а если нет, то вы можете посмотреть, как он выглядел в предыдущем влоге, где Юки съела, и там видно пенка такая прикольная. Внизу тесто и внутри нежнейшая творожная масса. Стрессовая, однако, этот Новый год, но тем не менее мы едем к нашим друзьям, как минимум, потому что мы договорились готовить. На мне были салаты, я еще сделала елочку, рецепт которой я вам показывала в одном из прошлых влогов. Тирамису уже где-то там в багажнике или, возможно, на улице еще стоит. Надеюсь, что Юки его не съела. Вот, это салат с гранатом, с козьим сыром, с запеченной свеклой. Юки в этот раз подъела свеклу, и подходит то, что я готовлю. А это салат, который делала вчера моя мама, он хорошо пропитался, мы уже его запаковали. Это отваренная куриная грудка с яйцом, также здесь маринованный лук и все покрыто майонезом, потом мы уже снимем пленку и все украсим. Игнат, это же мы в гости везем. А, Игнат тоже ел свеклу. В общем, собираемся и едем. Просто поужинаем, наверное, и вернемся. Ой, господи, наконец-то этот год заканчивается, 2022. По-немецки. Международная тусовка здесь. Фэшн показ. Приветики! Я, конечно, молодец, в кавычках, потому что я случайно форматнула карточку памяти, где была и часть Рождества, и то, что происходило после, и даже фавориты года. А фаворитов года я пересниму, а все остальное, наверное, даже, к счастью, останется только в нашей реальной памяти. Последние недели были очень насыщенными, семейными, и... С одной стороны, я подустала от праздников, скажу вам честно, потому что они у нас начинаются, ну, вот дети не ходят в школу где-то с 22 числа и 6 последний выходной день, 6 января. Так что несколько недель с большим количеством еды. Кстати, я собой горжусь, потому что я особо не объедалась, не напивалась, и все в порядке. И я настолько хотела... подарить, вот, знаете, такой беззаботный, счастливый, спокойный и семейный праздник своим родным из Украины, что я постаралась, несмотря на все обстоятельства. Мне кажется, у меня все получилось. Мне так радостно было видеть, как они улыбаются. Это огромное счастье, и да. Единственное, за что я себя очень сильно корю, это то, что я заболела в канун самого Рождества, ну как, точнее где-то за неделю, да, и как только мне становилось хоть чуть-чуть лучше, я сразу же куда-то бежала, что-то делала, потому что у меня было необъятное желание, вы знаете, именно сделать этот праздник, потому что я привыкла так, для меня это огромное удовольствие, а тут еще и такой повод, и польские родственники, и украинские. К сожалению, не все смогли приехать, как я вам рассказывала, это невозможно сейчас, но да, я поставила себя на последнее место, и мое здоровье пошатнулось, да, закончилось тем, что я, к сожалению, лежала с супер низким давлением, то есть организм был очень сильно ослаблен, и мне нужно было отдохнуть. Но я думаю, что даже если бы не было вот этой всей мишуры, вот этого декора и даже вкусных блюд, мои родственники все равно остались бы рады. И вообще сделали бы все за меня, поэтому, не дай бог, это повторится. Я уже не буду издеваться над собой, а буду творить в какое-то другое время, когда восстановлюсь. Этот год я хочу посвятить себе, как бы это эгоистично не звучало, но я понимаю, что мне это необходимо. Прошлый год был, ну, помимо того, что война, и вообще хочется просто материться, я прожила его в таких супер экстремальных эмоциональных качелях. Даже когда ты просыпаешься, все хорошо, у тебя классное настроение, ты спокойная. Происходит что-то такое, что тебя полностью убивает из колеи, и ты никак не можешь повлиять на обстоятельства, ты никак не можешь их изменить. И единственное, что можно сделать, это изменить свое отношение к ним. И где-то мне это удавалось, где-то нет, но есть такие триггеры, не вдаваясь в подробности, что и как, потому что это личная жизнь, и, наверное, я не готова делиться прямо всем. Просто хочу вам сказать, что это бывает в жизни каждого человека, и психоэмоциональный фон напрямую связан также со здоровьем. Также были формальности, которые мне нужно было решить еще пару лет тому назад, но я думала, не сейчас, все нормально, все стабильно, как бы... ты где-то там еще доверяешь и так далее, и думаешь, да, сделаю это попозже, все же нормально, все стабильно, а потом это всплывает в самый неподходящий момент. Так что куча бумажек, куча каких-то разногласий, но я это завершила, и знаете, у меня как будто упал камень с души, это тоже уже была осень, было супер холодно, вот, наверное, начало зимы, и это стоит тоже нервов, и... короче, хочется быть спокойной и здоровой. И, извините, ну пусть весь мир подождет, потому что пока ты не позаботишься о себе, ты не позаботишься о других, ты не поможешь другим, ты просто не можешь жить нормально, даже существовать. Вот нет сил ни на что. Так что я и мое здоровье будут в приоритете в этом году. Во всяком случае, я буду очень сильно стараться, потому что я человек, которому очень важно отдавать. Вот я, наверное, по своей натуре такая, я вообще без проблем делюсь чем-то, я люблю заботиться о других, и это очень часто лазит мне боком. И для меня даже не особо важна благодарность, для меня это как образ жизни какой-то, но... иногда ты приходишь к выводу, что что-то нужно менять, потому что тебя на всех не хватает. Так, вот говоря о том, да, что было за эти несколько недель, представьте себе, было несколько дней рождений, также у нас обручились близкие нам люди из нашего близкого круга семьи, так что в этом году в нашей семье будет свадьба. Мы уже приглашены, конечно же, ждем, когда нам скажут точную дату, и начнем подготовку. Вот. Также был похорон в канун Нового года, и да, в прошлом году, конечно, из жизни ушли близкие нам люди и наша любимая собака. Я не хочу подводить какие-то итоги прошлого года, потому что они никому не нужны, кроме меня лично. Но хочется сказать о чем-то хорошем. Мы обрели еще одного друга. Это наша Юкася. Господи, это такой позитив по жизни, вы себе не представляете. Она была так рада всем гостям, кто бы к нам не приходил, даже те, кого она видела впервые. А она вообще была супер счастлива. Мне кажется, что для нее вот эти праздники – это праздник живота. Кто смотрел предыдущий влог, тот понимает, о чем я говорю. Кстати, с ней все было в порядке, это то, что меня волновало больше всего. Сырник — это такое. Вот, и она вот какая-то такая милая, дружелюбная и вообще прикольная. Я рада, что она появилась в нашей жизни. И, наверное, вы знаете, я себе даже не представляю теперь нашу жизнь без собаки. Это верный друг, который где-то там сопит рядом, которая всегда со мной. И это, конечно, неимоверное счастье, которое появилось в нашей семье в прошлом году. Что-то еще? Тетя и двоюродная сестра уехали чуть раньше, потому что они так планировали, а я буквально заставила свою маму остаться чуть дольше, и я рада, что так получилось, так безопаснее, спокойнее для нее, и также я радовалась каждой минуте, когда она присутствовала вот так близко в моей жизни, да. По телефону, конечно же, мы общаемся каждый день, но это не то. И вот мы с ней даже разговаривали и пришли к выводу, что когда мы жили вместе, да, мы были близки, но не настолько. Сейчас мы можем говорить вообще на любую тему. Она вот как подруга мне, но только которая никогда не позавидует, которая никогда не пожелает мне зла. Мне так хочется о ней заботиться, мне хочется ей, вот, знаете, отдать последнее просто. Наверное, так и должно быть, когда речь идет о отношениях с близким тебе человеком. Вот, мама у меня именно такая. И Томик никогда не бухтит. Мне кажется, у них очень классные отношения. Он всегда за то, чтобы она приехала, чтобы она вообще осталась здесь. Но, к сожалению, ей придется вернуться. А сейчас давайте я быстро покажу вам какие-то покупки из актуальной распродажи, пока эти вещи еще есть в наличии. Я знаю, что вы любите покупочки, там всякие примерки. У меня немного всего, так что я думаю, что отдельное видео снимать не стоит, а вот во влоге самое то. Несколько аксессуаров. Мы с мамой прогуливались по разным магазинам без какого-то четкого плана. Я, кстати, рада, что я не накупила лишнего, а вот приблизительно то, что и планировала. Я давно хотела себе приобрести перчатки шоколадного цвета, насыщенного, такого коричневого. Ну как, они даже вот издалека кажутся черными, но это темный шоколад. И я нашла их в Бенеттоне, они были единственными. Это кожа. Очень классно сидят, у меня размер XS, и внутри здесь стопроцентная шерстяная подкладка, такая вязаная, так что мне будет тепло из-за моего низкого давления. Я часто одеваюсь теплее, чем остальные. Вот вы спрашиваете, почему я так тепло одета дома? Неужели у нас так холодно? Нет, дома ходят в футболке, дети тоже, а я часто в теплом спортивном костюме. Так что перчаточки для меня это must-have. И всегда, когда я выхожу гулять с собакой, у меня и шапка, и теплый костюм, и теплая обувь, и перчатки обязательно. Хотя эти перчатки на прогулку с собакой я не собираюсь надевать, потому что новые. На прогулку у меня все более такое старое, то, что не жалко, потому что я всегда возвращаюсь супер грязная. Юкася, конечно, у нас огнище. Также мы зашли в стационарный магазин бренда Таранко. Это польская марка. Помните, я у них покупала еще одну шапку. Она с ангорой, тоже с шерстью. Такая беленькая, пушистая, и карамельную шубку, еще и свитер. Я очень довольна, пусть и не дешевыми приобретениями, но это одни из лучших покупок за прошлый год. И я давно хотела себе обновить серую шапку крупной вязки. У меня была старая, акриловая, из Резервта. Помните, мы с вами делали разбор гардероба, и я говорила, что пора с ней попрощаться, но я как Плюшкин просто хранила ее, и вот в бренде Таранко увидела такую, решила взять. Здесь еще и 50% шерсти. Вот такая шапулечка. Кстати, она новая, немеренная. Мне достали ее со склада, она еще немножко растянется. Но мне нравится то, что она и теплая, и из такой массивной пряжи. Купила несколько вещей в Заре, которые, конечно же, покажу в примерке. Это костюм из льна, который я приобрела реально за копейки. Начальная цена вообще какая-то заоблачная. 399 злотых за жакет. Ну, извините. Он еще и с искусственной подкладкой, но у нас такое лето, что ничего страшного. Мне нравится расцветка. Очень оригинальный комплект. Он с брюками. И я думаю, что он будет смотреться актуально не только, знаете, в этом году, но и в следующем, потому что он не вписывается в какие-то конкретные тренды, а чисто вот летний такой вариант, и можно носить с разными аксессуарами, с разной обувью, даже куда-то на выход. Костюм, конечно, может быть и на любителя, но лично мне он очень нравится, мне не хватает каких-то таких необычных вещей в моем гардеробе, чтобы не только база. И посмотрите, какие здесь брючки. Они и не в обтяжку, но и не слишком широкие. На мой рост подошли хорошо, и оба артикула у меня в размере XS. Брюки еще потянутся, если вдруг будут спадать, то я надену ремень, вообще не вопрос. У меня как раз еще есть вот такой кремовый топ. Это топ бандо. И можно надевать, например, с золотой обувью, со светлой или другого, более яркого цвета на каблуке, на плоском ходу, который вот представлен где-то здесь, в узорчике. Как вы уже могли понять, я огромная поклонница искусственных шубок. Не говорите мне, что лучше купить одну натуральную. Это не для меня. Вот эту шубку я увидела на одной девушке в косметическом магазине. Я спросила, откуда она. Она говорит, из Zara. Она чем-то похожа на каракуль, наверное. Но это искусственная шуба по сравнению с моей карамельной, которая с овчиной. Она шерстяная, вот карамельная, и та супер теплая. А это скорее до -5, и то... Если под низ, надеюсь, что-то теплое. Мне очень нравится цвет, такой бежевый, он, наверное, чуть менее теплый, чем сейчас передает камера. То есть такой классический холодноватый беж. Она плотненькая. Сначала я купила себе в размере S, потому что не могла найти XS, она была мне великовата, и поменяла на XS. Есть карманы, также пояс с петельками. Сейчас завяжусь и покажусь вам. Застегивается на кнопки, еще завязывается поясом. Я здесь в топулях, но это не столь важно. Просто хочу успеть как можно скорее опубликовать влог, а ботинки надо чистить. Говорю как есть, честно. Она полнит немного, но мне кажется, что выглядит стильно, и я уже знаю, какие наряды я буду с ней составлять. Планировала купить себе пуховик облака, ну чисто если встречу, именно светлого цвета, но чтобы он не был слишком длинным. И нашла в Заре по совершенно адекватной цене, даже дешевле, чем жакеты в Заре сейчас, такого грязно-белого цвета. Ну, наверное, в жизни он будет посимпатичнее. Конечно, не самый практичный, но кто сказал, что красивое и светлое должно быть практичным? Но если вы хотите что-то менее пачкающееся, то очень похожая модель, если не такая же, есть в Заре из искусственной кожи. Они там и черного, и белого цвета. Пуховик просто самый обычный, на прогулки, не ежедневные с собакой, но мне хочется поехать в какую-то заснеженную местность и нарядиться все светлое. Смотрите, у меня как раз здесь висит сумка. Как выступлю? А если не выступлю, то так поеду в город, и мне будет тепло. Длина у него выше колена, как видите. Он супер объемный, у меня размер S, но я так и хотела, чтобы под низ я смогла надеть и термобелье, если надо будет, и также, например, какой-то флисовый спортивный костюм, чтобы мне было удобно, чтобы ничего не сковывало движение. А когда нужно что-то приталенное, то у меня есть или шубки, или же утепленное пальто. Такой себе пуховик, знаете, на все случаи жизни. Просто того, что светлый, и человек хотел, человек получил. Еще и капюшончик есть, если что. Также нашла в Заре вот такое как бы полупальто. Я не могу назвать это жакетом. Как бы жакетный стиль, но, видите, длиннее, чем обычно жакеты. Также здесь довольно плотная ткань. К сожалению, нет шерсти. Там был вариант еще и с шерстью, но... Нет такой оверсайз, под который я могла бы надеть что-то теплое, но я планирую носить вот эту вещь ранней весной, когда еще холодно, чтобы вообще просто надевать жакеты, но уже жарко для того, чтобы носить пальто. Но у нас очень часто погода какая-то такая, знаете, непонятная, ни туда и ни сюда. Мне нравится расцветка, такой слегка бежевый меланж, но у меня бежевая мания, мне кажется, это не лечится. И длина хорошая. То есть под низ я смогу надеть все, что угодно, под это полупальто. Да, я все-таки считаю, что это больше полупальто. У меня размер XS, но оно довольно оверсайз. Плюс у меня под ним еще и свитер. Так что имейте в виду, что XS здесь очень и очень условный. Ну, такая аккуратненькая штучка. Я уверена, что она мне пригодится в моем весеннем гардеробе. Такая классика, светленькая, со светлыми брюками. Мне кажется, будет огонь. Еще я заказала себе две пары обуви от польского бренда Kazar. Одни я намерила в стационарном магазине, но размер, который мне подходил, был в единственном экземпляре, и там был поцарапан носок. Кто-то, наверное, неаккуратно мерил, и поэтому я заказала все онлайн, жду, когда мне привезет курьер мои покупочки. Вторую пару я заказала в слишком маленьком размере, поэтому пришлось обменять. В общем, когда приеду, тоже покажу вам. Это очень качественная обувь польского производства. Как сказать, они, ну, вот далеко не бюджетные, но у них есть и аутлет, и бывают хорошие скидки. У меня есть несколько пар их обуви, лодочки, ботинки, что-то еще у меня было, и они не разлазятся, с колодкой ничего не происходит. Если вы ищете что-то хорошее, то можете посмотреть, у них вот огромнейший выбор. И я даже говорила маме, что если бы я еще раз выходила замуж, я бы точно выбирала лодочки от них. Настолько они красивые. Не поверите, но мы решили спонтанно приехать в Прагу. 5 часов, и мы всем семейством на месте. Томик быстро нашел отель. Я так понимаю, что он отреставрированный, внутри более симпатичный, чем снаружи. Обратите внимание, какие интересные столики здесь. Потихоньку заселяемся в отель и пойдем гулять. Кстати, в этот раз мы взяли с собой Юкасю. Так получилось, что мы попали в Прагу в последний день рождественской ярмарки, еще это были рождественские православные праздники, так что мы уж, знаете, так по полной зарядились этой атмосферой. Я была в Праге, наверное, раз 5, и мне очень по душе этот город. Я готова сюда возвращаться как минимум один раз в сезон. Очень уютно, очень комфортно, и что касается погоды, то в Праге еще теплее даже, чем в Кракове. Не думаю, что я их фоткаю. Я их сфоткала на самом деле уже. Я сфоткала вас, карапузы 2. Собака в ресторане, это сказали, вообще не проблема. Ей даже воду принесли, так что pet friendly. Ну давайте за поездку в Прагу. Чешским пивом. Что-то пошло не так с меню, раньше было по-другому, поэтому мы не попали на кнедлики, но, возможно, придем еще завтра. Это типа как таверна такая, здесь вкусное пиво, его много. Едим салат, мочу, это капуста с хреном, да? Это говядина. В грибном соусе с рисом. Порции огромные. Моя ладошка. Что, будем пробовать? А у детей, конечно, что-то более традиционное. Традиционное в Польше. Котлет с отбивная в панировочных сухарях. А мы идем дальше. Красиво очень. Здорово, что попали. Не поверите, куда я сейчас тороплюсь. Томака узнала моя зрительница и приглашает нас на тердельник. Так что бежим с мамой. Игнат сказал отдать ему его собаку. Ведет. Все-таки видно, что уже снимают новогодние украшения, но мы запрыгнули в последний вагон, как говорится. Просто Игнат решил сложить свою самодельную удочку у входа в Фенди. Я вижу, что охранник начинает изрядно нервничать, что тут происходит. Мы всего лишь тут пакуем, да, Игнашка? Мой ребенок. Пойдем. Шли с мамой в Фурлу, здесь как раз сейчас хорошие скидки. Возможно, это новая коллекция. Но очень красивые сумочки такие, а-ля Селина вообще. Фурла хорошо носится. У меня была одна или две, я уже даже точно не помню. Мне нравятся вот эти, чем-то похожи на Праду. Беленькая, черная. Они еще есть в лаке и более ярких расцветках. Конечно, есть все классические модели, еще вот эти похожи на Dior, тканевые. Они из плотной ткани, тоже симпатичные. И вот я так начинаю рассматривать. Эта модель похожа на Gucci, или мне уже кажется? Наверное, не кажется все-таки. Я вам говорила, что Игнат играет на пианино. Целый год учился. Ну и, собственно, Зар, можно я покажу, кто учил Игната играть на пианино? Вот, собственно, Моцарт. Фонограмма закончилась. Мы сейчас находимся в музее Мадам Туссо. И вот первый экспонат, которого мы узнали, потому что раньше там были какие-то короли. Это Моцарт с собственной персоной. Экстравагантный Сальвадор Дали передает вам привет. Очень необычный мужчина. Когда мы изучали его биографию, мне почему-то он запомнился больше всего. Надеюсь, что я когда-то посещу его знаменитый музей. Ну, он такой невысокий, должна признаться. Надо попросить маму сфотографировать меня. Мои рок-звезды, давай, жги! Быстрее! Включите фонограмму, пожалуйста. Снимаем новый видосик с Томом Крузом. Скоро будет на канале. Крутой актер Джек Николсон. Обожаю его. Джеки Чан. Мерлин Монро и Чарли Чаплин. Вообще прикольно. Мы не жалеем, что мы пошли. У детей столько эмоций. День номер 2. Позавтракали, сейчас будет чек-аут, и потом еще у нас целый день. В Праге обещают солнце, так что отправляемся гулять. Sputters in the mirror and things can't be right. Back to the scene of a Friday night, to a blessed collision still frozen tight. Spear drinkers Cupid and the sound of her first chime. And why did you argue? На этом мы будем с вами прощаться. Мне сегодня немножечко грустно, потому что уехала мама, но я буду ждать того момента, когда она вернется к нам, или, дай бог, мы поедем к ней. А на этом мы с вами прощаемся. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх, и увидимся совсем скоро. Пока-пока!